Ребята, короче, экшен-контент. Сейчас там кто-то будет на велике ехать. Мы тут затарились, лежим. И ждем, пока он поедет сюда. Вася его, походу, заснял. Я, если что, приближу. Фух, это просто жесть. Это объект очень, ребята. Ну, аэродром считайте сами. Тут самолеты, вон, рабочие. Просто Вася сюда не хочет идти. У него, типа, наверное, обход на велосипеде. Круто, да? Наверное, после нас охрану увидите, Оли. Дали ему велосипед. Что, думаешь, он уже проехал? Он сюда не поедет? Думаю, он туда поедет. Сука. Да, я тоже так думаю. Ребята, отменяется охранник на велосипеде. Он поехал туда дальше. Че, я зря ложился, что ли? Заехал. А он, ребята, короче, поехал. Закрыл за нами бункер, который мы открытым оставили. Просто жесть. Ребята, и Вася, как всегда, снимает, наверное, отдельно ролик, чтобы контент не совпадал. Но он пропустил такой контент. Быстрее. Вот просто, да, мастера маскировки. Где Вася, интересно? И куда он делся? Ребята, мы нашли Васю, он вон на крыше сидит. Голубь курлыкает. Вась, ты такое пропустил, такая жесть была. Потом у меня на видео посмотришь. Только через месяц. Да, да. О, осторожно, она мокрая. Вася, ты что, опасал? Урлык. Я, получается, вы же спрятали за бункер? Сейчас вы спрятали за бункер. Я такой подумал, типа, сейчас пойду, типа, спрячусь за дом. И, короче, слышу, получается, я смотрю, вы что-то прямо аж легли-то такие. Я, короче, слышу, открываются двери вот этого бункера. Я такой, да ну нафиг. Давай, типа, думаю, сейчас сюда поднимусь по риску. Короче, посмотрю, типа, кто там, что там. Так, да, из безопасной точки. Да. Поражены этими ложками. И, короче, я не знаю, кто это был, но, походу, это был мужик на машине. Не на машине, на велике. Нет, еще потом на машине приехал. Да, вы видели вообще машину? А на велике я того чувака вообще не видел. Он мне удивился. Ты знаете, сколько охраны заходит на велике, пешком, на машине? Да, здесь все, ребята, вообще не исполнишь. Просто по полному ищут. Сейчас мы сделаем так. Сделаем ставок в этом здании, на котором мы сейчас вообще сидим. И потом уже будем как-то выходить ближе к выходу. Потому что это уже полнейшая жопа. Тут просто уже и на машинах ездят, и пешком.
и на велосипедах, я не знаю, что осталось будет. Осталось на вертолетах. Да, я не знаю, что будет, если, допустим, полет. О, вертолет полетел. Короче, ребята, начинается экшен. Вот мы где ходим, за нами ходят охранники, и вот по следам нашим, можно сказать. Да, 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 вот или, знаете, у меня такое чувство, как будто мы на шаг впереди их, и они как будто, ну хоп, мы сделали шаг, они уже на наш. Ну шаг, они на наш. Нет, ну, самое грамотное, это то, что мы свалили оттуда. Оттуда вообще было сложно свалить. Да. И вот, слышите, вертолет? Да. Малый, давайте спустимся. Ребят, за нами вертолет, мать его, поднял. А, там гвоздь, аккуратно, там гвоздь. Сверху тебя. Сейчас ты, что-то поцарапался. Поцарапался. Короче, ребята, за нами запустили вертолет. Они не могут нас найти на объекте, и мы как бы залезли в здание. Блин, ты чё так? Позируй как-нибудь разными позами. Как он ещё сам позирует? Слушай, меня теперь пофоткай. Как фоткать раньше, как фоткать сейчас, да? Как для заставки? Типа, для низкого предупредишь? Теперь давай. Вот качки, ребят, качки. Смотрите, на самом деле, какие качки. Протеина нажрались, а особо боятся. Разоблачение Васи и Васи. О, блин, о! Короче, ребята, тут огромный такой, знаете, архив документов. Вот кто этот, кому надо снимать такие сталки, типа научные, придет сюда, будет там объяснять. А, оказывается, тут жили эти. Из Чернобыля, ну там. Твой брат, слышал? 97. 92. Ты, допустим, если, например, вот это просто поджечь все. Это будет экшен. Но мы, ребята, этого делать не будем. Кстати, не трогайте провода, нахрен. Где-то будет заряд тока, как на вас все пойдет. Ребята, мы слышим какие-то звуки. Там кто-то лазит. Жесть, нашли дверь начальника. И она открыта. Храм начальника, но второго начальника. И у него такой классный был кабинет. Но это начальник второго цеха. А представьте, начальник завода, какой у него кабинет. Здесь Горбачев, Ленин. Ну, к Ленину нейтрально отношусь. И у него тут книги под стеклом. Смашно? Снимись. Держи, держи. Снимай. Ставь. Аккуратно ставь. Незабываемые встречи с Лениным. Материализм. И его портрет, ребят, кому надо, могу принести. Да хотя кому надо. ДНД. И что такое ДНД? О, ты же красный. Ой, я не буду это одевать. Один же сдохнет, заразись туберкулезом. Вась, ты так у окна стоишь, не палено вообще. Жопу еще покажи. Да. Ребят, меня позорят. О, книги. О, Вася сразу ищет золото, серебро, айфоны. Здесь такие молоточки, ребята. Странно, не знаю, для чего они. И очень много книг, просто вот советские книги. Потом гонишь что-нибудь? Да сколько она стоит? А? Это не водка, случайно? Это,
воздушного перекрытия. Сними. Повыше. Короче, ребята, мы будем выключать камеру, потому что, ну, что-то тут скучно, блин, книги какие-то, блин, всякие фигнюшки, я немножко устал, и, блин, пойдемте. Если что-то интересное найду, то включу. Нашел, ребята, кое-что интересное. Тут комната сделана из стен, из стекла. Вот, ну, прикольно, да? Ну, кто, интересно, там обитал, хрен поймешь. Ты начальник, у тебя есть секретарша. Ну, ты, короче, ебешь, он там, в стеклянной комнате. И тебе сейчас так, ты говоришь, мы совещание. Ага, меня дети смотрят, хватит. Короче, ребята, мы покидаем это здание. Надеюсь, все будет успешно и нас не повяжут. Давайте, ребята, пожелаем друг другу удачи. Чем писать, вообще просто сил нету. Да, ребят, еще проблема в том, что у нас нету совсем сил, мы выдохлись. Мы сегодня снимали ролик, мы лазим, блин, все утро, да, считай? Да, мы не спали всю ночь даже. Да, ребят, да. Получается, мы будем сваливать с этого здания, и поэтому, я не знаю, еще одна палка, кстати, я хочу именно оставить тебе на побег. 2 сантиметра. Да, одна палочка. Все, ребята, погнали под дождь, просто эпичный побег. You're the one, bitch, you think I'm famous, you're this ridiculous, meticulous.